Всем привет! Вы на канале Лохматики Пернатики. С вами я, Лиза, и моя собака Айси. И сегодня мы с моей собакой Айси будем отмечать Пасху. Посмотрите, какие у нас красивые яички и Пасхи. Давай посреди одна. Вот, смотрите, какие яйки есть вот такое военное. Только оно не зеленое получилось. И с цыпленком я красила. Ой, цыпленок не очень получился. С трафаретами. Да. Птички, зайки. Да. Вот этих животных я лично одна делала. Вот таких. Тигрик, собачка, коровка, зайчик, пандочка и котик. Ася опять спряталась. Ну, выгляни ты на вид. Ну, выгляни. Вот. Куличики, да? Да, вот такие. Кулички мы делали маленькие, Ася уже их хочет съесть. Ну, Ася, собачкам такого нельзя, сладенькое. А так хочется. Ах, облизывается. И что, я чуть-чуть. Сейчас бы скажи, кусочек. Ага. Что у тебя за причесон? Что у тебя за... Стой, за причесон. Ася, я нашла твоего брата в яйцах. Знаешь, кто это? Скажи, где? Ай, собачка, точно. У нас есть собачка. Так, ты держись сама, сиди на мне и держись. Ася, на бетушечке будем играть? Давай, посиди. Давай скорее выбирай. Сейчас Лиза выберет яйцо. Давай, Ася, давай я тебе предложу. Ну, что? Выбирай. Так, Асенька, давай. Золотое тебе. Только не ешь его. Давай, я с тобой сыграю. Она его ест. А я возьму, возьму. Она уже не терпит своей. Ася, какое мне взять? Я возьму вот такое. Синенькое. Давай, Яська. И у тебя синенькое. Ну, давай. Она уже его обрезала. С двумя синенькими. Ну, стукай. Раз, два, три. Лизина крепкая. Мое разбилось. Макушки? Ну, у тебя это... Макушки у меня, макушка битая. Битая уже, да? Вот так. Ну, мое яйцо крепкое. А вот это потом съедим. Да. Вот пока мы там яйца бились, вот стопудово несколько вот этих попкорн. Съела, да? Да. Сладкоежка наша. Куда убежала сладкоежка? Она мне руку лежит, потому что это... Я вот так вот держала. Где сладкоежка? Я ее вытащу. Дерули репу, тянет, репку вытянули. Такие пасочки. Вот. Сами готовили. Давай. Сейчас мы будем с Айси лупить яйцо. Давай возьмем Айси беленькое вот такое вот яичко. И начнем его лупить. Сейчас я его... На тарелочку. Угу. Вот так. Начинаем лупить. Айсик. Смотри. Скажи, что ты такое делаешь? Давай покажи. Стоит, смотрит внимательно. Интересно. Да, Айси? Айси, интересно тебе? Айси. Давай лупи. Скажи, пока дождешься твоего яйца. Уже стул сосет. Лежит. Тихо, тихо, я же луплю очень быстро. Начала у тебя этим яйцом покормить. Айси. Как ты? Тихо, тихо. Я пока тоже буду. Уронила. Ворона. Вкусно? Вот и прошла Пасха. Мы показали вам яйца и наши пасочки.
И Айси тоже удивилась, какие они красивые, потому что она еще их не видела. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока! Увидимся!